близлежащие дома невозможно. Вторая — председатель Совета ветеранов района Люблино. Того же, там соседний дом. Мы убрали пикниковую зону. На Головачева теперь пикниковой зоны нет у нас. А да. Теперь жалоба... Жалоба, я хочу посмотреть в глаза тому, кто убрал. Потому что они все кусты соседние сидят, жарят, дым, возгорание. Верните пикниковую. Вот. И вот вроде право идти. Вот вы очень больную тему затронули. Вы знаете, по многим вопросам у нас вот такая вот пикниковые точки. Противоположное мнение. Кому-то это нравится, кому-то раздражает даже сам запах шашлыка. Значит, я пришла дышать свежим воздухом, а тут мне действительно запах шашлыка. Все. А кто-то наоборот считает, что нет, их мало, должно быть больше. Это как скамеечки у подъезда. Потому что кто-то мне говорит, да, только установили, поставьте скамеечку, выхожу, сидеть негде. Установили. Всего через 2 дня жалоба. Уберите скамеечку. Вечером приходят пьяницы, шумят, сидят, а я это все слушаю. Вот, и вот эту скамеечку мы таскаем туда-сюда. Поэтому действительно есть эти проблемы, но ничего не сделаешь. Надо находить компромисс в этих вопросах, по-другому ничего не получится. Удаленно.